А, привет всем. Сегодня что-то более минус 11 градусов. А мы приехали в школу к Вике на концерт. Вика? Вика давно просила приехать на концерт. Мы на один к ней не доехали. Ну вот в этот раз вся семья в сборе. Даже Давид приехал на концерт. И Лера. Но все равно ты здесь. Пошли. Вот так вот, а Вика играет на скрипке. Сусланчик. Не переживай, мы тебя не оставим в школе. Поедешь в садик, Русланчик, не бойся, поедешь в садик. Не бойся. Пошли, Русланчик, тетя зовет. Сиди по. Я коляску повезу. Русланчик, что там? Вика сейчас будет играть музыку. Скоро. Сиди. Видишь Вику, Русланчик? Thank you.
Мармит находится в школьной столовой, чтобы еда была постоянно в теплом виде. Вика хорошо играет. Спасибо. Здравствуйте. И непосредственно сама столовая, в которой и проходит концерт. Я обиделась. Раз и навсегда не подходили ко мне. Да, Миш? Миш, да? Или нет? Или не обиделся? Миш? Смотрите, пусто. Все уехали на работу. Пустой вагон. Наш Рокс. О, наш дом. Вон он. Там. Вдалеке. Иди по ступенькам. Я буду сама делать. Все. Давай. Слышите, он меня выгнал. Двигай жопу! Нету места. Двигай жопу жирную, давай. Нету больше места. Двигай жопу. Иди давай. Не пойду, давай. Иди лестницей. Сейчас я утром бомбщиком работала. Когда... Не пальцы мне кроссовки. Я обиделась. Тихо там. Раз и навсегда не подходи ко мне. Разбудишь малого. Хватит ему спать. Сейчас такое, что я делаю в садике? Сегодня еще холоднее, чем вчера. Утром мне будильник сказал, давай вставай. Давай, Маруся, 11 градусов мороза на улице, собирайся. А мы, Русланчика, теперь после всех концертов везем в садик. Русланчик вырубился. Он так стрессанул, там столько много было людей. Он думал, что мы там... Он думал, что мы там его сейчас оставим. Твоим трем подписчикам? Да, моим трем подписчикам. Три подписчика, посмотрите, чем мы тут занимаемся. Я обидела сегодня мужа утром, и он обиделся. Слушайте. Холодно, однако, я вам скажу. Смотрите, какой кайф. Вон там внизу детки, вон они. Видите? Собрались на прогулку. 10 градусов мороза. Ну, сейчас, видите, потеплело на 1 градус. И детки с садика собрались на прогулку. Вот. Вот так вот в солнечной Швеции. Очень жарко. Приходите загорать. Кстати, я недавно узнала... Я сейчас расскажу тебе, что я недавно узнала. Я недавно узнала, короче, что в Швеции... Устраивают даже такое мероприятие, как на одном озере расчищают там снег, типа, и на льду там катаются, короче, на великах, и даже загорают, ты прикинь? А мне... У меня одна женщина сказала, что она даже сгорела зимой, когда гуляла с ним. Санчик приехал в садик, сейчас как проснется, родители, вы что, прикалываетесь? Как его заносить в этой штуке? Да нет, так в комбинезоне просто. То в школу меня повезли, то в садик меня повезли. Чего мне сидится-то дома? Холодно. Подпирать дверь и доставать вот сюда. Усянчик проснулся. Маленький. Маленький усянчик. Посланчик, выйдешь молоко? Да надо его будить, там дверь, дискотека.
Русланчик, на молочко. Смотри, там детки. Русланчик! Закрой дверь, тут холодно, пускай что. Молочный Руслан. Здрасте. Сынуля. Красавчик мой маленький. Оп, 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 оп. Побежал, 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 побежал. Вот так вот. Эти ножки. Вот. Переворачиваться хочешь, да?